Ну, этот. Ну, ты понял, короче. А почему-то не, мне не надо. А, тебе не Серьезно. надо? Трофей, да? Я думал, это на серке. Идем в инст. Там шкаф поставлю. Да, давайте в инс шкаф, и там я уж буду раздавать. Можешь дроида там в восьмую группу закинуть какую-нибудь? Хуёво, блядь, лутаетесь на 800 гп, да? Я бы сам бы хотел так Токены, лутануться. ну, Мог ручку бы мне так лутанулся. не лутаться. Так, в итоге. Надо в ИВК-10 сходить. Не будет там не А так как вы это просто, как, делаете? Я не понимаю. как ты думаешь, Блять, а? а кто там с пулей у этого парня? Кто-то Петов не отзывает. Не хочу и выкатить. Да ладно, давай этого убьем одного. С половиной рейда нет на инсте. Ну, два хила хотя бы есть, и то хорошо. Ну да. Видели, видели? 69 хп было. А не кому, кстати, вчера Бьёрн ночью написал? Нет. Че, тебе Нет. писал что-то? Ну, мне написал привет, тут тебе написал да, он больше ничего не ответил. Что написал? Я думаю, взломали, знаешь. Привет, ты тут? Ну да, я вот такой да, блин. Все, все почали на нее. Спасибо. Сейчас или два ночи, блин. Ну что, лежал, сериал смотрел, блин. Кстати, это куда? Вроде бы 45-й весь уже. А, это не про то. Похоже. Плащ. Да что тут? Одна Да, что шмотка. надо смолю? У меня что-то сумму не прошел. Так, и все, у меня один токен остался, кому я его еще обещал. Что там у тебя? Токен? Хочешь, я заберу? У меня почему-то не принимается, сейчас стрелок сделаю. Так я дал кому там? Дал Мишке, Магу, Локу, Паладину. Ну, давайте на офспеке пока что попозже. Я там тоже прессовал этот самый штаны на редку. А, погоди, убивали же мы их. Сейчас я обратно носову. Тебе штаны на ретрика нужны? Ну да, это самое, они мне три старые. Ну, держи. Ну, порошочек покидает рейдовую группу. Да у меня там КД. Ну все, Бодлик, погнали. Че, их похилить? Значит, Это ну, погнали. замена тащит. А, ну все, тут все, погнали. Я танчу? Танч. Че там донт похилить? Погнали. Зачем? Ну хапало, нет. Да, оказывается, КД мы же ходили. Какую-то угру слабую у меня. А, смотрите, сладку тут Да. еще есть. Пройди вниз с этим с мобом.
кто там. Сладко, а у тебя проходки нет, что ли, на уню? К чему? Мы же убивали. ДП. Слышно меня? Да, слышно. Это, блядь, все молчат, блядь. Не, может, еще Никит после тут часа иди. Не, у меня просто напали КД. Мы что-то убивали, по-моему. Да, мы убивали. Да. Я у Сладки спрашивал. У него проходки, похоже, нет. А, так он с Накс, в принципе, не играл. Тут вот, короче, человек ульдуар пропустил, блядь. Тут у Гудлика спустя месяц только проходка появилась. Ой. Иначе. Чего уж тут говорит? Не месяц, а две недели. Сейчас 5 плюс то, что в банке 6 штук. Просто Оня никому не надо. Меня ебать. Ну там он падает. Ну мало. Дракон Алекс. Угу. А, да, за КБ можно получить, но давайте сейчас после рейда со сверками разберемся, все, кому нужно плюсик поставить. Этих драконов, блядь, как говна, нахуй. С магикой как еще. СУС, так с магикой там можно сделать за репу подпишет дракона быть. СУС дракон, блядь. С боевого пропуска дракона, блядь. Везде драконы. Заебали, блядь. Как это игра по где, блядь, где еноты, да? А, трофеи все уже раздал, попал. В следующем рейде уже только будут. Че, кому надо там, кто просит? А ретрик просит. Какой, оптикс? На R. Рокслайд. А у тебя ОД есть покупать? Скалнадзор? Ну давай я тебе дам. Дон танков к шаману. Да, танка к шаманам. Или шамана к танкам. Смотри, короче, фишка в чем. Этот токен был с того босса, на котором его не было. Может быть, у кого-то есть токен Сануба? Я этот не могу передать. О боже мой, сами разбирайтесь. Если что, я вам в следующем рейде отдам. Хоть два сразу. Короче, забей хуй тогда. Шо, кому? Что сделать? Да там. О, я дал ему Сануба. А кто там хотел этот? Кто дал Сануба? Я тебе дам сейчас. Все, да, два танка у шамана. Ну кто, блядь, такой у нас умный? Пиздец, ну бегите, хули. Ну забирай его, Сануба. Только я не вхэпали. Ну иди с тэхтом. Вхэпали не надо быть. На полно сандаме дайте. Спринт сорвал, Гудлик сорвал. Ну, сейчас задует. А кто сагал? Давайте ну, выйдем, там Рога. Который раз, блядь. А я что-то не помню, он еще сагался. Там же рядом никого вроде не было. Да там Рога в инвизе пошел, в него прям. Ага. Ты уверен? Свиделось, нет? Ты что, я увидел вот это вот, ну... Да не, это Роги. Ушастая, ползающая. Крадущийся, точнее. Не уверен, что он... Здесь блядь, он бежит сюда, блядь. Он и побежит. Да, он не выйдет. Все, не выйдет. Отлично. Есть масс-рез? Да. Надо протест. Дракончик бежит на кого-то. А уже все повставали, да? Не, я не вставал. Я последний бежу, да. Почему не... А у нас комбат висит? Что-то... Ну понятно. Каждый раз ставить приходится. Спасибо.
каску, лапку. Может, Корни каску давал, значит, это другой должен давать. И МК, пожалуйста. Без паурина, паладинов. Дайте каску можно, пожалуйста. Там какой-то пятый был паладин, который МК не бахнул. Миллион ответ. А лучше всего один. Давайте на кубоба на пул. Нет, сандамы на бусе, я на трэше. А, ну давай туда. Ну, как... ну уже поздно, я на тебя на пул отдал. Там сладкой нету вынести. Он мертвый. Ну, нету, так нету. Да, это на пол так работает. Ну да, это так на пол работает. Я думал, а ну-ка, если так. Шаманом, танком. Так, а да, да, грот там сбрось. Зоркий раскол нажми. Зачем? Будлик тоже раскол нажми. У меня 50% еще. Для 50. Вот, пал перед боссом. О! Неплохо. Как у тебя, блядь, 20к ДПС и, блядь, 50 охроток? Может, там 30% уменьшения агрегенерации. Почему в локом буст такой не дали, как надо? Что не понял? Сигару. А, да, для уровня 25 нужна проходка 10, может, тебя не могли присуманить. Два фпс, ребята, держу шкуру. Беги! Бля, пацаны, два фпс, чё? Сейчас, подожди, я один фпс, нормально. Чё это делать? Не... Всё, вроде забрал. Подведёшь мелких сюда? Заклеиваем, как говорится. Походу он сейчас дыхание будет делать. Mm-hmm. Алина, беги. Они что-то тайминги сбились, походу, да? Беги, да. Малыш! Да нет, посмотрели вверх, напишем. Лежит. Ебать. Ой, зоркий. Прикол в том, что я сбоку сейчас стоял. От нее, блядь. Гулига, ты думал, что просто так? Я сбоку стоял, как я умер, блядь. Да, ну, это ж не так работает. Ну, я не ебу, как это. У меня, значит, рот порван, блядь. А. Зорки там чуть-чуть охранил. Раздай БР. У нас 3 БР. Я ж вижу, где я стою. Да, да, разрезай. Зорки, ты что, тоже умер? Нет, я ж мал. Ну, у меня кризис сработал, походу. Да, да, да. Вот просто это кризис повезло. Почему талант? Вот поэтому Суза и был очень талант. Один фпс, ребят, я ничего не вижу. Что за, блядь, дискриминация такая? У нас страж гуляет. А, босс. И страж есть. Ну я... Ребят, два фпс. Два фпс. Вообще ничего. Вы говорите, маги говно, блядь. Как играть?
Да из-под лица уйдите. Стоп, Вейрам, стоп, протест. А подними Гарика, Гарик, поднимай. Кого нам поднимать-то? Давай меня поднимай, Кару поднимай, Нелла. Вакрима поднимай, Годлика. Иди его туда. Подождите, дайте будильник поставить. Сука. Танк поднять. Забрал. Я сейчас вас разверну. Да иди на. И ты. Годлик, а на дракон. Он силовый. Нет, кстати. Зоркий, стань подход. Собраться. А Кару. Кару тоже лежит. Дамыч. Сука, мразь. Ну чё, ну давайте хилим, дамажим, короче. А. Что нам остается делать? Разрабы, пидорас. Да господи, ну как это работает, блядь? Почему? Это же по факту, это же просто факт. Может, Хант аспект включит, чтобы далеко не бегали? Дайте глыбу локом, блядь. Не хочет он врубать. Ой-ой-ой. А вот врубил бы ты аспект, никто бы не умер. А мне не задело. Зачем до этого? Тут аспектом убегают люди. Ну, я-то не вот так вот не вертел бы босса. Нет, под аспектом просто убегают люди в этот, к дракончикам к маленьким. Аура от огня стоит? Не понимаю. А, нам уже плохо. Блять, нам нужна эта Лоня, давайте мы по домам разойдемся. Давай, да. Я не хочу, блять, у на Лоню, блять, третий раз бить. Ну чё за пиздец? Чё ты такой слабый? Придет Бьорн, вот он за это еще ГП будет вам выдавать. Давайте домой пойдем сейчас. Дон, досуждаю. Нейвит, комп, почини сначала. Ну я все равно. Кстати, до Невер, отсутствие на РТ 150 ГП. Я ставил в этом, что отсутствие, и писал, как бы на секунду. Не было такого, не было. Маги поставил портал в шатрот. Так. Да играйте до конца, чё вы как этот. Вы так же нам надо, чтобы эта игра нравилась нам. Чего, как Невер, на Оне бывает. Вы упадете духом в ВВК, и типа я осуждаю за это. Уже до конца, на мужика. Так, давайте сейчас, пока никуда не ушли, ГПшку, во-первых, начислю. На фейбу можно идут. Дайте за Оню ЕП. Дал. За Оню дал ЕП, и плюс в чат по этому. Как там? На сверке, короче. Куда писать? Ну, плюсик в чат, я посмотрю, кому надо. Кому сейчас могу дать по ЕП, по приору же. Можете не писать, в ИВК-10 падают шмотки.